И что? И что? Твой папа, я не могу даже вот эту руку протянуть, да? Прибежала. Люсь, ну я же тоже хочу рядом лечь. Несешь тебе, Люсь? Люсь, вот смотри, обняла вот руку. Он. Сейчас назад начну, скажу. Верните руку. Можно я рядом, не? Люсь. Что, и ноги тебе принадлежат? Все тебе принадлежит? Ой, что? И ухо тебе, да? Что там? Секунду. Скажи, что ты, мама Таня, ты ничего не умеешь делать? Ни блог половить, да? А я скажу, вон. Скажи, и почухать, да. Я балдею. И прическу сделал. И ухо укусить. Ты что стала за уши кусать, а? Не, она не кусает. Не кусает? Ой, ну хозяйка, хозяйка. Прямо ты посмотри. Много наловила, Люсь? Сильно папа запышил. Ну, такая дела, ты понимаешь, даже внимания на меня не обращает, понимаешь? Типа, что ты тут? Ну, вот что ты можешь, понимаешь? Иди, женщина, на кухню кашу вари, понимаешь? А мы тут... О, скажи, мы тут уже разберемся, да? Что там? Люсь, что там? Я балдею. А, вот оно, любовь еще откуда. Это что-то. Такого релакса. А что, она тебе волосинку выдирает? А я не могу я понять. Не волосинку знаю. Выдирает. Щекотит. Зубами, она же не прикусывает. А я ж не знаю, как она делает. Зубами. Вот это она рукой сейчас делает, а вот это зубами. Вообще. Идеально. Батик. Идеальный релакс, да? Это. Все. Папа теперь... Что? Что? Твой. 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 Да? Что же я с тобой делать-то потом буду? Так, алло. Алло. Ты Ангелинин костюмчик тоже папе, да? Люсь. Ангелина уже выдрессировала. Тащит. Укрывать. Что, вот так вот, да, под мышечку, скажи, я тебе розовенький, укрыться принесла. Это Ангелина. Дай. Ну, на. Если ты считаешь, что папе будет в нем лучше, ему, конечно, любой цвет идет, но чтоб так прямо розовенькая. Да. Люсь, что? Хорошо. Люся, ты у Сени? Последний, ой, у Сени, господи, у Жорика последний огурец забрала, да? Ты устала делать папе массаж, тебе нужно вот это вот подкрепиться чуть-чуть? Можно я вот это возьму? Можно, бери.